Здравствуйте, это программа «Спорт 100» и я ее ведущий Дмитрий Марков. Жители Ненецкого округа в минувшие выходные стали активными участниками спортивных мероприятий, прошедших на Ринмаре. В физкультурно-спортивной программе было запланировано порядка 10 региональных и всероссийских спортивных мероприятий и акций. Открыл череду спортивных событий фестиваль ГТО. Тестирование прошло на стадионе «Дюцлидер». К участию допускались обучающиеся образовательных организаций, а также жители всех возрастных ступеней, которые прошли регистрацию и получили индивидуальный номер участника на сайте ГТО. Кроме того, на трассе «Дюш-старт» состоялись окружные соревнования по лыжероллерам. Спортсмены пробежали дистанции в 5 и 10 километров. Соревнования по гонке на лыжероллерах в нашем городе проводятся регулярно. В основном в соревнованиях принимают участие спортсмены, которые активно занимаются лыжными гонками. В этот раз на старт вышли более 30 человек. Трасса для участников делилась по возрастным группам. Самая маленькая дистанция 2005-2006 год, они один круг бегут, потом два круга, четыре круга и самые старшие бегут 10 километров, это 7 кругов. Один из участников на дистанцию 10 километров Александр Матвеев регулярно принимает участие в местных и выездных соревнованиях. Скорость на роллерах, конечно, она выше. То есть, если вот брать чисто по скорости, то, конечно, на роллерах бежать быстрее, может быть, даже приятнее в этом плане. Но, опять же, то есть все в равных условиях, у всех лыжероллеры, особенно вот в лыжероллерах, соревнования проводятся на одинаковых роллерах. То есть нет такого, что ты там можешь свои лыжероллеры промыть отдельно и бежать уже на промытых, которые будут более быстрее. Во время проведения соревнований по лыжероллерам в детско-юношеской спортивной школе «Лидер» проводилась сдача нормативов ГТО. Второй год сдача нормативов ГТО пользуется огромной популярностью. Жители нашего региона неоднократно принимают участие в фестивале для того, чтобы показать лучший результат. Я уже хожу, здесь уже третий год подряд прихожу на ГТО. В прошлом году и позапрошлом мы еще и бег сдавали, а сейчас пока только физические упражнения. 25 числа бег, но меня уже не будет, я уезжаю в отпуск, к сожалению. Принять участие в фестивале ГТО может любой житель нашего города. Для этого только необходимо пройти регистрацию на сайте ГТО. На сайте ГТО в автоматизированной информационной системе у вас есть свой индивидуальный номер. Вы приходите сюда, записываетесь, говорите свой номер. Ваши результаты будут занесены в протоколы. Протоколы отправлены федеральному оператору ГТО и зачтены в будущем. Вы выполняете определенное количество тестов, которые вам положены по вашей возрастной ступени, и получаете золотой, серебряный или бронзовый значок ГТО. Фестиваль ГТО в нашем регионе продлится до 22 сентября.